очень плотно сотрудничаем, начинаем еще на этапе практик студентов. И, естественно, люди, которые себя проявляют, наверное, начинают проявлять здесь. Те, кто учится, получают там несколько образований. Естественно, они имеют возможность также проявить себя потом на работе. Но и мы, как любое предприятие, имеющее проблемы, да, с инженерными кадрами, естественно, всегда рады пригласить на работу тех, кто уже нам знаком, кто себя отлично проявил. И это всегда, конечно, более легкий и кратчайший путь. Но, собственно, и выпускникам в МЕХ мы тоже стараемся никогда не отказывать. Естественно, бывают ситуации, когда есть возможность приглашать студентов и выпускников. Бывают ситуации, когда нам нужно чуть-чуть подождать, и мы обращаемся к тем людям, кто уже заявлялся на желание у нас работать чуть позже. Но, в общем-то, всегда наши двери открыты, и я думаю, что это касается не только выпускников ВМЕХа, но и всех вузов, всех людей, которые готовы развиваться, которые готовы инвестировать свое время. Я еще должна сказать, что, естественно, должно быть и у самого выпускника понимание того, что первые два года он работает на свое будущее, что это не какие-то с неба взятые цифры зарплат, что есть база наша, наших специалистов, которые готовы учить, готовы передавать свой опыт. И это работа на будущее. Поэтому вот, наверное, ситуация вкратце обстоит так. Спасибо.